Житомире жулики, изготавливая фальшивые документы, продают чужие квартиры, выгоняя настоящих владельцев на улицу. Преступные сделки оформляют продажные нотариусы. Уголовное дело дважды закрывали продажные полицейские. В судах следствие ведут продажные судьи. Судья Игорь Перекупка додумался назначить судебное слушание одного и того же дела в один и тот же день, но на три разных времени. Об'явлено, що засідання слідуючого суду буде на 10 годину ранку. На стенді було об'явлено, що суд починається об 11 годині ранку, а на сайті був запис, що суд розпочинається о 14.30. Можливо, це випадковість, помилки якісь? Ні, я думаю, це не випадковість. І суд, який відбувся такий о 10 годині, знову безпідставно був перенесений ще на слідуючу дату. Суд був перенесений на підставі того, що якоби нотаріус не передала справу про спадщину. Хоча, коли я взяла документ для ознайомлення, там ці всі документи від нотаріуса були пред'явлені ще до Нового року. Тобто суддя збрехав? Ну, да, суддя сказав мені неправду. І на цій підставі відклав суд? І на підставі того, що неначе ці документи ще ним не отримані і не розглянені, суд знову був перенесений. Хоча ці документи у справі знаходилися? Хоча ці документи у справі знаходилися всі. Ясно. Які нотаріуси оформлювали незаконні оборудки? Черпак, Кузьміна і Ценко. Слідуючий суд перенесли на 16 лютого, на 16 годину 30 хвилин. І я запрошую туди представників засобів масової інформації, тому що мова йде про діяльність організованої злочинної групи, яка займається відбиранням квартир у житомирян. Добрый вечер. Добрый вечер. Это мне Краева ваш телефон дала. Я ее... Краева, да? Да-да-да. Я не разговаривала со Светой, да? Она говорила, да, что сегодня с вами разговаривала. Это правда, что Боримбоем вам угрожал даже ножом? Да, было такое. И уже не первый раз. А как, по телефону или так вот при встрече? В городе за мной слежка. Сказал, все равно, говорит, прибью, и уже двое каких-то молодых ребят, ну так, вот до 30 лет молодых относительно, вот, я их уже лица знаю, как я выйду, я смотрю, они все время за мной, я все время, но мне в милиции сказали, опасайтесь, это такой бандюга, очень опасайтесь, говорит, он и Свете Краевой угрожал, думаете, не угрожал, она бедная, не хочет говорить просто. И этой Новиковой, и Новикова Наташа тоже, мы все хотим втроем собраться, меня вызывает же это новый следователь. Вот этот следователь, который был на лестнице в Краенке, Сашенька, раскопал протоколы допытки в свитке, вот, что Боримбоем с этим Загоруйко подставили в доверенности. Они дали протоколы, что они сном и духом меня не знают. Никогда я не давала им заданий продавать квартиру, первый раз об этом слышу. И только их данные паспорта взял, откуда это они взяли. В общем, и когда этот Сашенька эти протоколы допытил, раз это самое, его уволили с Лесью Украинки, с милиции. Чего себе? Да, и он сказал мне по секрету, говорит, Майя Михайловна, никому не говори, потому что и тебя зарежут, и меня. У этого Боримбойма такая крыша, что мы не только божья коровка, мы даже меньше, чем комарик. А кто же там такой у него есть? А? А кто же у него есть такой?
У него там и депутаты, и в Киеве, и у него здесь теща в СБУ работает, и жена этого Загоруйко работает в Доме правосудия в Королевском суде. В общем, там и милиция, этот Загоруйко же, это бывший мент. Там все, все, вот я говорю, уже 5 лет борюсь, и чтобы вы прочитали, какие приходят отписки, смех вот этих всех. Но самое главное, красивый листик и штампик вверху. Полиция, полиция. Все, дальше не ходи, полиция. Вот, а слово в слово перекатывает с предыдущего ответа. Только 2 слова новеньких. На вашу думку, что мы погано працюем. В общем, и мы уже было засідання з вашою участю. Я дзвоню адвокату, говорю, пан Петрович, боже, з якою нашою участю? А це новий слідователь, там баба недорезаная молода, а этот новий слідователь ні разу ще, сука, мене не визивала. А вже була нарада з вашою участю, поважна Майя Михайлівна, боже. Не передать, не рассказать. Да. Пойдем понедельник, вторник, собираемся. Светка Краева, Новикова. Пойдем морду бить вот этой, показать ей. С какой мы ей участью? Я вас в первый раз бачу. А уже было 2 протокола, 2 постановы про закрытие криминального провадження у зв'язку немає криминалу. Ах ты, сука такая. Я еще на меня не вызывала по телефону говорить. Что вы, Загоруйко, председатель Житомирской міської, то есть депутат Житомирской міської ради, мой руководитель підозру не подпишет. Я говорю, знаешь, что курица, ты, говорю, недорезанная. Я говорю, 2 постановы уже было, мы через суд эти выиграли, эти постановы, открыли 3-е криминальное провадження и попробую, говорю, сволочуга закрыть это криминальное провадження. Так как 2 постановы. Говорю, тут взрыв будет у вас на весь Украину. То есть полиция крышует, получается, да? А? Полиция, получается, крышует, да? Да, вы что там такая крыша, что мы... А кто такой Загоруйко вот по вашему делу? Он там кем проходит? Адвокат, по моему делу, он виноват в продаже квартиры, но оно такое, сука, низенького ростика и очень хитромудрое. Нигде не проходит. Вот, а этих подставных лиц подставил, и схватить за мягкое место не за что схватить. Ну, шахраи, это высшего пилотажа шахраи, вы понимаете? А нотариус какой оформлял сделку? Нотариус Черпак Галина. Мы ходили туда с адвокатом, говорю, как взяточка, говорю, еще сохранилась у вас в кармане, что-то осталось, говорю, тех денег, что вы взяли. А я говорю, вы на каком основании это самое? Ваш в доверенности указан Еремчук и Гута, которая подставила этот Загоруйко и Баримбоем, и вся эта шайка, их 8 человек. А те люди с вами духом меня не знают. Дали протоколы допыти в свитке, за что Сашу убрали, беднягу, с работы. Он стал копать дальше. Молоденький такой студент, то такой паренечек, я его никогда не забуду. А до этого было 3 следователя. Иваничка, все новости украинки, продажные твари, суки. Не, немає, все, нема криминалу, нема. Вот. А как Сашка стал это самое ковырять, копать, убрали с работы сразу. На, тяжелый случай. Это рассказать, не передать, не рассказать, это какой-то ужас. Так может все-таки где-то как-то встретимся, да, журналисту расскажете? Как-то будем встречаться. Да. Но у вас сейчас какой-то совсем другой голос, вы или другой, тот журналист, потому что первый журналист какой-то хамовитый был, мне сразу не понравился ни тон его. Ни форма разговора, я не захотела общаться. А у вас другой какой-то голос. А может еще кто-то? Может еще кто-то на вас выходил? Да, ваш голос совсем другой. И видите, с вами приятно говорить. Вот. Ну, а фамилию, кто тебе что скажет сегодня? Фамилию. Вот. И как-то встретимся обовязково. Ну давайте так, вот вы сходите в полицию там втроем или вдвоем, а после этого мы встретимся, да, хотя бы поговорим подробнее. Я сообщу. Видите, у нас был договор, договорюсь я с этой новой следователей, когда я смогу к ней прийти. Я сообщаю Свете, сообщаю Новиковой, а Света сообщит вам, журналисту, и мы все попрем туда, там устроим фурор. Хорошо. Пусть она и не думает, сука,
третю постанову про закриття кримінального провадження зробити. Ясно. Вот. Общем, ну, спасибо за інформацію. Пешка, она там пешка, там, знаете, там, если ты прешь против начальства, против Ветрова, что вы не знаете сами, вот. Да. Там, что скажет начальник, то и будет. Не он под одно место вперед. Ну, бандюги кому-то отстегивают наверх туда, в милицию, в полицию. Да. В общем, иначе бы ничего не было. Со Светой, а Света вам сообщит. Хорошо, хорошо. Будьте здоровы. Пока. Да, до свидания. Пока, да.